В общем, друзья мои, спускаться туда не стал, именно в пещеру, так как потом не смогу вылезти без помощи. Ну, в общем, чтобы вы понимали, не знаю, видно, не видно будет. Поместится там один человек, а не такая глубокая, просто кто-то ее выдалбивал. Ну, и внутри написано ЖЭКа, то есть сам Евгений ее и сделал. Вот такие дела.